done. Now, the short answer is, you don't. Самый короткий ответ – вы не сможете ничего сделать. No. If somebody doesn't want to change their behavior, there's very little that you can do. Если у кого-то нет желания меняться, то очень мало, что вы можете сделать. But what you can do is make them want to change their behavior. Ну что вы, they can do that. Okay, it's complex. I can't make somebody change their behavior if they don't want to, but I can make them want to. Мы не можем заставить изменить человека свое поведение, но мы можем заставить его захотеть изменить свое поведение. Now, why do people change? Почему люди меняются? То, что с ними происходит, их не устраивает. Точнее, последствия. The things that happen with them actually are consequences of all the actions that didn't satisfy them. Да. That's very true. When someone makes a suggestion to me that I might want to try and do things differently, когда нам кто-то предлагает поступить иначе, попробовать другой вариант, I listen to that. Мы их выслушиваем, таких людей. But if doing the things that I'm doing causes me pain, I obey that. Но если же то, что мы будем, наши действия дальнейшие будут вызывать у нас боль, то мы скорее откажемся от таких действий. I listen to suggestions, but I obey pain. Мы слушаем все предложения, все идеи, но отталкиваемся и не принимаем эти действия. Is it painful to be an alcoholic? А болезненно ли это быть алкоголиком? No, it's extremely painful. It's the worst kind of life I can imagine. Это самый худший образ жизни, который человек мог бы представить. You know, being an alcoholic is the worst thing I can imagine. Быть алкоголиком это самое худшее, что приходит ему на ум. Do alcoholics have willpower? Есть ли у алкоголиков сила воли? Нет. Okay. Think about it. Think about this. Ну, подумайте об этом. I'm an alcoholic. Let's say I'm a drinking alcoholic. Предположим, человек пьющий алкоголик. And this morning I woke up and I had no money. Сегодня утром он проснулся и понял, что у него нет никаких денег. My clothes were dirty. И вещи, одежда его не постиранная, грязная. I was living in the bushes. Живет он в кустах. I had nothing to eat. Нечего у него кушать. And I had to figure out a way, how am I going to drink today? Ему нужно придумать, как же ему выпить сегодня снова. And I wake up tomorrow the same way. А завтра утром он просыпается с той же самой мыслью. And the day after that, and the И послезавтра, и спустя несколько дней. And I know every day is going to be the same, or worse. И он знает, что каждый день будет такой же самый, как и сегодня был, либо же еще хуже. Does it require willpower to continue to live that way? Does it require willpower to continue to live необходимо, like that? Нужна ли сила воли, чтобы продолжать жить в таком тоне, в таком образе? Absolutely. Нужна сила воли. Tremendous willpower to continue to do that. Очень мощная сила воли действительно может помочь человеку выжить. So this isn't a matter of willpower. This isn't a weakness. То есть это вопрос скорее не в силе воли, а вопрос касающийся слабости. This is an overpowering disease. Это охватывающее заболевание. Now, living like that, like I described, is extremely painful. И такой образ жизни очень болезненный. This is, let's say this is a level of pain. Предположим, это шкала уровня боли. And right here, the alcoholic is at a level, let's say, 6. Предположим, вот самый верхний, самый максимальный уровень, это, предположим, 6. And this is a level of change. А я думаю, что это график, либо линия прямое изменение. This is change. And the level of change, the pain,
Let's say it's at a 5. The level of change? The pain of change, let's say it's at a level 5. И боль, степень боли на линии изменений, предположим, достиг цифры 5. This is to stay the same and this is to change. Что первое у нас, the first is what? To stay the same, drink, same. Drink. То есть первая у нас линия, да, графа, остается такой же самой прежней. To stay на уровне 6. To stay the same is painful, but to change is also painful. Оставаться, продолжать жить таким же самым образом, как и прежде, болезненно. Это вызывает боль. Но изменения у нас вызывают боль также. And when the level of pain to stay the same, when it's more painful to stay the same than it is to change, then I'll change. И когда уровень боли оставаться и вести такой же самый образ жизни, он становится невыносимым, тогда человек готов к изменениям, принимает действия относительно изменений. But somewhere is a level of pain so severe that I die. Но есть на этой линии такой определенный уровень боли, который при котором, когда человек его достигает, он умирает. Well, let's say the level of pain that kills me is 4. Предположим, уровень боли, который привел к смерти человека, это 4. That means I die before I reach a motivational stage. Это значит, что человек умер перед тем, как не успел он получить свою мотивацию к изменениям. Any of you ever been homeless? Были ли среди вас такие, у кого не было дома? I've been homeless. У Чипа не было дома. Any of you ever eaten out of the garbage? Кто-нибудь когда-нибудь ел из мусора, из мусорки? I ate out of the garbage. У Чипа был такой опыт. Have any of you ever gone to jail? Кто-то когда-нибудь попадал в тюрьму? I've gone to jail. Чип там тоже, Чип был там. Any of you ever been divorced? Кто-нибудь разводился? No. I've been divorced. But all of those things were not enough pain for me to change. Но все эти обстоятельства жизненные не вызвали у него никакой мотивации к изменениям. And I got right to the edge of death. И он был уже практически на грани смерти. And fortunately, things happened that motivated me to change. И, к счастью, произошли определенные изменения, которые заставили, и которые вызвали у него мотивацию. I ended up in a lot of physical pain. Все закончилось тем, что у него была очень невыносимая физическая боль. And spiritual pain. И духовная. Psychological pain. И психическая, психологическая. But I was willing to continue to drink until I died. Но Чип был готов продолжать употреблять алкоголь, пока до смерти, пока он не умрет. I looked at it every day. I would die. И он думал об этом каждый день. I was willing to pay that price. I was willing to pay that price to die. И он готов был заплатить такую цену. There was no price I wasn't willing to pay. И не было такой цены, которую он не было того, на что он не готов был пойти. But most of what was wrong with me was either a lack of information or incorrect information. Can you paraphrase that? I didn't know what was wrong. Чип не знал, что с ним не так. And I didn't know what the solution was. И не знал, какие решения. I heard a lot of things that weren't true. Он очень много получил неправдивой, неверной информации. I heard alcoholics don't get sober. Он слышал такую информацию, что алкоголики не выздоравливают. Because I didn't know any that got sober. Потому что на тот момент Чип не знал ни одного такого человека, который бы стал трезвым. But I knew a lot of people who knew alcoholics who never got sober. Но Чип знал многих других людей, которые и находился рядом с ними, которые не верили в то, что алкоголики выздоравливают. There's a saying in the drug world. Once you're a junkie, you're always a junkie. Drug addict, you're always a drug addict. То есть есть такая вот старая древняя фраза среди наркозависимых людей. Если ты уже стал наркоманом, то ты ими останешься. Is that true? Это правда. У нас такой эквивалент, что бывших наркоманов, алкоголиков не бывает. У нас есть такой вариант. Now you might слышали be... такое? Yeah.
You might be a drug addict who's no longer doing drugs. Ви можете цей чоловік може бути наркоманом, який вже не употребляє наркотики. You may be an alcoholic who no longer drinks. Це може бути алкоголік, який вже перестав употребляти алкоголь. I didn't hear that part. Ну, чи хто інформації не слышал тогда? All I heard was alcoholics die drunk. Все, що він слышал, це те, що алкоголіки вмирають в стані опьянения. And that there's no solution. І що рішення нет, це безнадежне состояние. That's like nailing the lid to the coffin shut. That's like closing my coffin on top of me. Це такое, это эквивалент значения, как закрыть крышку гроба над самим собой. I needed to know there's hope. Йому нужно было знать, что есть такая надежда. Now, can a psychologist who's not an alcoholic help an alcoholic? А може ли психолог, который не является алкоголиком, помочь другому, помочь алкоголику? I love it when I hear no and yes at the same time. Мне нравятся разные варианты ответа. To help him get sober. Чтобы стать трезвым. Из своего собственного опыта. No, only he can become sober by himself. Well, will he become sober by himself? Может он ли он действительно стать трезвым самостоятельно без дополнительной помощи? Нет. Смотря в какую ситуацию. It depends upon situation. He can. It depends upon motivation. Okay. All right. Let me explain some things to you. Позвольте он объяснит вам кое-что. Okay. An alcoholic has to do the work for himself, but he cannot do the work by himself. Алкоголик должен делать свою работу сам, но не может делать ее один. How many of you have degrees in psychology? Кто из вас имеет степень психологии здесь среди вас? Raise your hand. Поднимите руки. Ну, образование психолога. No, almost all of them. Практически все из вас. You're educated people. Вы образованные люди. But if I'm a drinking alcoholic, I don't care about your education. Но если человек пьющий алкоголик, он ему все равно по поводу вашего образования. What I need to know is that you care about me. То, что необходимо знать алкоголику, это то, что вы о нем заботитесь. Not how well. Вам не все равно. I don't care about your education. Не важно, есть ли у вас там образование психолога или нет. I just want to know, can you help me? Мне просто нужно знать, можете ли вы мне помочь? Will you help me? Поможете ли вы мне? Do you know how to help? А вы знаете, как мне помочь? And do you want to help? А хотите ли вы вообще мне помогать? The last one's the most important. И самая последняя фраза самая важная для него. Do you want to help me? Хотите ли вы помочь мне? Why? Why would you want to help me? А почему? Какая у вас на это причина мне помогать? Now, when I work with counselors, when I'm training a counselor, когда я проводит тренинги для консультантов будущих, the most important thing that I need my counselor to understand is how it feels to work on their own problems. Самое важное, что необходимо понимать консультантам, это как они себя чувствуют, преодолев определенную проблему. Raise your hand if you don't have any problems. Поднимите руки, у кого нет вообще никаких проблем. Так. Nobody raises their hand. A lot of crazy people in the room. Очень много сумасшедших людей здесь. Okay. Now, raise your hand if you've worked on what's wrong with you. Поднимите, if you've worked on your problem. Поднимите руки, кто уже работал над своей проблемой и преодолел ее. Да. So you know how it feels to work on your problem. Теперь поэтому вы знаете, как работать над решением проблемы. You understand a little bit about how it feels to be the patient. Вы немного понимаете, что такое быть пациентом и иметь проблему. That's the most important thing. Это самое важное. And I can't teach that. Этому чип не сможет обучить никого. You have to live through that. Через это вы должны пройти сами. Now, the man who explained this to me, и мужчина, который объяснил ему это, he's an alcoholic and a drug addict. Но он был алкоголиком и наркоманом. But he's a doctor. Но также доктором. And a professor. Профессором. And has written many books about addiction. И издал очень много книг по теме зависимости. And he told me,
He taught me neurobiology. Именно он обучил Чипа этой нейробиологии. And he said, knowing about neurotransmitters and dopamine and serotonin. Этот мужчина сказал, что все, что ты знаешь там о нейробиологии, серотонине, допамине, neuroplasticity. Нейропластичности. He said all of that's good to know, but it's not really important. Это, конечно, все хорошо знать, полезно, но не все является настолько важным. He said you can know all of that. Ты можешь знать абсолютно все вот по поводу нейробиологии. And still not be able to help people. И все же не иметь способности помочь людям. You can know everything and still be a scary person. Ты можешь знать абсолютно все, но так и не иметь возможности помочь другим людям. That what the alcoholic, what the patient needs is a connection. Что же необходимо пациенту, это взаимосвязь. This therapeutic alliance. Терапевтические отношения. Because the drug addict or the alcoholic cannot get sober by themselves. Потому как нарко- и алкозависимые люди не могут стать трезвыми сами. They can't do it. They have to do it for themselves, but they can't do it by themselves. Они должны это сделать. Они должны это пройти этот путь сами, но с дополнительной помощью. Now, if I want to get sober, will I get sober? Если человека, if you want, если у человека есть желание стать трезвым, он станет трезвым. I want to be sober. Я хочу стать трезвым. But I don't want to do any work. Я не хочу над этим работать, над решением этой проблемы. I want you, therapist, to take a magic wand and touch me on the head and make me sober. Я хочу, чтобы вы, терапевты, психологи, прикоснулись ко мне волшебной палочкой и сделали, чтобы все было так, как я хочу. Will I get sober? Так человеку удастся стать трезвым? No. Нет. If I'm a crazy codependent, I want the American-born addiction expert to make me healthy. Я хочу, чтобы этот американец, эксперт в сфере аддиктологии, прикоснулся ко мне волшебной палочкой и сделал меня счастливой, меня созависимой. But I don't want to do the work. Но я ничего не хочу делать сама по этому поводу. Will I become healthy? Стану ли я здоровой? No. I will stay in my dysfunction until I'm willing to do the work. Этот человек останется в своей дисфункциональности до тех пор, пока не будет готов принять какие-то действия. And I may die before I become willing to do the work. Человек может умереть, прежде чем он будет готов перейти к действиям. So not only do I need to want to get sober, I need to be willing to do the work to get sober. Одно дело иметь желание стать трезвым. Нужно еще что-то и делать в этом направлении, в решении этой проблемы, работать над этой проблемой. Is it possible to get sober if I want it and I'm willing to do the work? Возможно ли стать трезвым, если человек желает этого и действительно что-то делает? Конечно. Now, my drug addict needs to know some stuff. Наркозависимым людям, пациентам также нужно знать кое-что. He needs to know things like neuroplasticity. Им тоже нужно знать особенности нейропластичности. In a very simple way. Хотя бы простыми словами объяснить. Because this explains why I continue to do the wrong thing, even if I don't want to. Потому как это даст пациенту понять, почему он продолжает действовать тем или иным образом, даже если не хочет этого делать. This explains why I continue to drink even when I have no excuse. Это помогает объяснить тот факт, почему человек продолжает употреблять, даже не имея оправдания. Now, I need to understand that all I have to do is some simple things that are not very easy, but they're simple. Вот что необходимо понимать, это осуществлять определенные действия, простые действия, нелегкие, но довольно-таки простые для понимания. The first thing I need to understand is willpower will not help me not drink. Willpower will not help me not drink. То есть нужно понимать, что сила воли не сможет нам помочь не употреблять. I have plenty of willpower. I just proved it to you. У человека есть очень большая сила воли. Он вам объяснял на предыдущем примере. That's not the problem. Это не становится проблемой. The problem is inappropriately applying. Проблема становится, это становится проблемой только тогда, когда человек использует силу воли не в правильном направлении. Now, gentlemen
good friend of mine now explained some things to me while I was still drinking. Один чоловік об'яснив йому кое-что в тот момент, коли він употребляв, продовжував употребляти. He said, basically, I was just like all alcoholics. Він сказав, що ти практично такий же самий, як і другий любой середньостатистичний алкоголік. He normalized the symptoms. Він нормалізував мої симптоми. He said, alcoholics act like this. Він сказав, що алкоголіки, вони поступають так. The same way we as therapists explain to victims of PTSD that their symptoms are normal for people who have suffered. Так, та же сама задача і предстоит терапевтам объяснить ПТСРовцам, що їх симптоми нормальні для їх состояния. He said, if you want to continue to drink, you may continue to drink. Этот мужчина, терапевт, сказал, если ты хочешь продолжать употреблять, можешь пить, пожалуйста. If our soldier with PTSD wants to stay in his symptoms, he can. Если же наш солдат, ПТСРовец, предпочел бы остаться в своем состоянии ПТСР, он имеет на это право. Everyone has the right not to get better. Каждый человек имеет право не выздоравливать. But if you want to get better, he said, all you have to do is the same thing that he had. Как сказал тот терапевт, который занимался с чипом, если ты все-таки готов и хочешь этих изменений, хочешь выздороветь, все, что тебе необходимо делать, это делать то же самое, что и мы. That made it seem possible. Это чипу показалось весьма возможным, вероятным. Perhaps I can change. Тогда он подумал, возможно, я и стану трезвым. Now, you as therapists, how many of you know a sober alcoholic? Raise your hand. Вы терапевты. Кто из вас знает трезвого алкоголика? Alcoholic, drug addict. Или наркомана. You know at least one. Хотя бы одного. Okay. So you can say, yes, I know someone who quit drinking despite being homeless and eating out of the garbage and all these other things. В этой ситуации вы смогли бы навести пример. Да, вот да, я действительно знаю такого человека, который бросил пить, бросил употреблять наркотики вопреки всем его жизненным обстоятельствам. Now I know thousands. Ну, Чип знает тысячи таких людей. I am not that unusual. Он не такой уж необычный. Okay, we're everywhere. А такие люди есть везде. We're heads of corporations. Они могут быть директорами корпораций, организаций. We're doctors. Докторами. We're school teachers. Школьными учителями. Priests. Даже священниками. Former presidents of the United States. Бывшими президентами США. We're all over. Такие люди есть везде. So it is possible to change your life. Поэтому изменить жизнь возможно. No. What I need my soldier to understand are some basic things. Что же необходимо понимать солдату нашему, это самое основное. And I need him to do some simple things. Чтобы он выполнял определенные простые действия. I did this last night to one of my patients. Чип осуществлял это с одним из своих пациентов вчера вечером. Are soldiers happy people? Солдаты, они счастливые люди? They're suffering from PTSD. Are they happy people? Они страдают от ПТСР. Они счастливые люди? No, they are not happy. Thinking about your problems all the time, that's kind of depressing. Думать о своих проблемах все время очень угнетает. So what I need to do is break that mode, that mood. Mm-hmm. I need to break that up a little. Все, что необходимо, это сломать, да, вот это настроение, перестроить настроение человека. I need them to do something to lighten up. Чтобы они что-то сделали такое хорошее действие, чтобы как-то им стало лучше, поменялось настроение. Not be so deadly serious all the time. Чтобы они перестали быть настолько критически серьезными все время. Remember we were talking about not living in the problem, now we're living in the solution. Помните, мы говорили о том, чтобы не жить в проблеме, а жить в решении. Well, that's what I'm talking about here. Ну вот об этом Чип подразумевал. Let me spill it. So what I need him to do? Что же необходимо солдатам? I need him to learn how to laugh. Их нужно научить смеяться. How am I going to do that? Как же это можно научить?
Just what I think is funny does not mean everybody thinks the same thing is funny. То, что покажется смешным чипом, не для каждого может показаться это смешным. I sent a kitten video to one of my patients last night. Вот вчера вечером он отправил видео на видео со смешными вырезками котят и кошек. But before I did it, I watched it. Но до того, как отправить это видео, эту ссылку, он сам просмотрел. Because no offense, sometimes I get the life sucked out of me. Потому как у него тоже бывают такие критические моменты. I need to lighten up my mood. У него тоже бывает потребность, необходимость настроить себя на хорошее настроение. Okay, so I need to break it up a little. Просто чтобы как-то перестроиться. Not always serious all the time. И не всегда принимать все настолько серьезно. Can you make your soldier laugh? Вы можете заставить своих солдат смеяться, рассмешить их? Да. Yeah. You're smart people. Вы же умные люди. You can figure out. You can figure out how to do this. Вы можете что-то придумать. I got a friend of mine in Kiev who puts on a clown nose. Вот у Чипа есть друг в Киеве, вот он для того, чтобы рассмешить людей, он надевает клоунский нос, маску и макияж, соответственно. You've seen his pictures on Facebook. Okay. He goes into the hospitals dressed like a clown. Вот и посещает госпиталь в образе клоуна. This is a Russian Orthodox priest. Он сам является священником православной церкви. Yeah, a very serious man. Очень серьезный человек. But he goes in and they make animals out of balloons. А он может сделать животных разных из надувных шариков воздушных. It's the dumbest thing I ever heard of. Чип никогда об этом раньше не слышал, не мог поверить в это. But it works. Но это действительно помогает. Okay. Now some of my ladies mentioned taking veterans and orphans and putting them together. Некоторые студенты предложили такой вариант совместить работать с ветеранами и с детьми одновременно. And the first thing I thought of that breaks their seriousness. И самое первое, что подумал Чип, что действительно они обе эти группы людей перестанут быть настолько серьезными. Just lighten up. Они просто у них появится хорошее настроение. Alright. Now, is life going to change? Is your life today going to be different? Next week or next month. Ваша жизнь поменяется на следующей неделе, на следующий месяц. Или будет такая же самая. It's inevitable. Этого не избежать. Жизнь поменяется. Not only do I need it to accept that life is going to change. Это не только нужно будет принять, что жизнь может поменяться. I need to anticipate life is going to change. You mean participate? Anticipate. I need to. Not only do I understand it will change, I need to be waiting for it. То есть это этого нужно ожидать, не только принять, что жизнь изменится, но и поверить в это. No. Ожидать этого. I have hopeless people tell me all the time, my life is bad and it's always going to be bad. Среди его безнадежных пациентов есть такие люди, которые говорят, жизнь всегда ничего не поменяется, все так и останется. Все всегда будет так плохо. And I have to try really hard not to laugh when they say that. И Чип очень пытается не засмеяться в тот момент, когда они это говорят ему, потому что Чип знает. But sometimes I don't feel that. А он знает сам, что иногда мы этого просто не чувствуем. That's being human. Такая человеческая натура. Sometimes I can't see how things will ever get better. И иногда мы просто не можем увидеть, как все может повернуться. My soldier needs to understand the way his life is now will not always be this way. И солдатам тоже нужно дать понять, что их жизнь не всегда будет такой, какая она есть сейчас, сегодня. My little 5-year-old orphans who have been abused, they need to understand their life is not always going to be like this. И тем сиротам, брошенным, сиротам пятилетним, им тоже нужно дать понять, что жизнь не всегда будет такая. One day they're going to grow up. Однажды они вырастут. Have families. У них будут собственные семьи. Have jobs. И работы. I need them to have hope. Необходимо дать им надежду.
Not only is it possible for things to change, it's inevitable. They should expect it. Это не только возможные изменения в жизни, они должны сами видеть и ожидать этих изменений. Where will you be working, living in 2018? Где вы будете жить и работать в 2018 году? Who knows? Кто знает? You know, there's no way you can predict. Вы не можете так предсказать. But we do it every day. Но тем не менее мы делаем это каждый день. It's bad and it will always be bad. Все плохо и все всегда так будет. I don't have enough evidence. Ну как же, у нас же нет достаточного количества доказательств этого. No. Хуже не будет, будет иначе. It'll be different. I say that. No, I say that all the time. Часто такую фразу говорит. Might not be better. Might not be worse. Может, не лучше, не хуже, но по-другому. But it will be different. Будет по-другому. Okay. Now, we talked about this yesterday with this combat operation stress reduction, stress control. Мы вчера говорили по поводу контроля над стрессом на поле боя среди военнослужащих. Everybody has a choice. У каждого человека есть выбор. He can make choices. И он может принимать решения в зависимости от выбора. If you didn't like yesterday, если ему не понравилось вчерашний день, do something different today. Значит, нужно сегодня сделать что-то иначе. If you do something different, you'll get a different result. Если он будет делать что-то иначе сегодня, не так, как вчера, то и, соответственно, результаты будут другими. If you do the same thing, you'll get the same result. Если делать то же самое, то и получаешь то же самое результаты. So if you don't like the results, do something different. Если тебе не нравятся результаты, сделай что-то иначе. But it's your choice. Но это твой выбор. My soldier has a choice. И у наших солдат есть выбор, право выбора. My five-year-old has a choice. И даже у пятилетнего ребенка есть выбор. Ask for help. Обращайтесь, просите помощи. Do soldiers want to ask for help? Хотят ли солдаты просить о помощи? No. Do they want to stay the same? Они хотят, они предпочли бы оставить все как есть? Нет. Which one's more painful? Какой же вариант действий, образ действий более болезненный? To stay the same. Stay the same or ask for help? Which one? Какой именно? Stay as it is. To leave everything the way as it is right now. They need to understand that cognitively. Им нужно это осознательно понимать. They need to be able to process that idea that if they don't ask for help, it's going to stay the same. Они должны это осознать. Если они не обратятся за помощью, то все останется так, как есть. I've been doing things the way I've been doing it on my own for all these months. Nothing's changed. Maybe I should ask for help. Значит, я вот где принимаю определенные решения, определенные действия каждый день, спустя уже несколько месяцев, и ничего не поменялось. Все так же, как и было прежде. Возможно, мне стоит сделать что-то иначе, возможно, мне стоит обратиться за помощью. Who should I ask? Кому же мне обратиться? How about the nice social worker who came to see me? Возможно, очень хорошему социальному работнику, кто недавно ко мне приходил. Should I ask for help? Возможно, мне к нему стоит обратиться за помощью. Why would I ask for help? Вообще, почему мне обращаться за помощью? Зачем? Did they give me hope? Они мне дадут надежду? Did they seem to know what they were talking about? Они вообще знают, о чем они говорят? Did they make me feel better or worse? После встречи с ними мне стало лучше или хуже? That's your responsibility. Это ваша ответственность. What effect did you have on that soldier when you first met? Какое воздействие вы осуществили, когда встретили на солдата, когда его встретили? When you walked into the hospital room, did you bring the argument that you just had with your husband or your wife? Did you bring that with you? Пришли ли вы в госпиталь к солдату с ощущением, с проблемой ссоры, случившейся с вашим супругом? Перенесли вы те же самые эмоции с собой в больницу, в госпиталь к солдату? Or did you bring brightness and hope? Либо же вы пришли с надеждой и с хорошим настроением?
do you have something about your personality that me, as a wounded person, wants? Если у вас что-то такое яркое, необычное, интересное в вашей личности, что может заинтересовать солдата? I got a lot of things wrong with me, most definitely. У раненого солдата, конечно, очень много проблем. But I got hope. Но у него есть надежда. I got optimism. И оптимизм должен быть. Right. Now. I needed to understand what was wrong with me. Мне нужно понимать, что же со мной было не так. And I needed to be connected to, well, let's just say, I needed to understand that this is what's wrong, this is why I do what I do. Мне нужно понимать, что со мной не так и почему я действую, принимаю те или иные решения и действия. And that the problem is not out there. Что проблема не там, извне. Now, how am I going to convince a wounded veteran that the problem is not out there, that the problem is between their ears? Как нам убедить раненого ПТСРовца, солдата, что проблема не извне, а проблема в его восприятии? He's missing an arm. У него нет руки, он потерял руку в бою. Or his friends have been killed. Либо же он стал свидетелем смерти своего друга. How am I going to explain to him that it's in his head? Как нам объяснить ему, что все это в его голове, все его восприятие? Yeah, that's a hard one. Это тяжелая работа. That takes time. Для этого необходимо время. Okay. Now, time doesn't heal everything. Время не может исцелить абсолютно все. But healing does take time. Но для исцеления необходимо время. And I'm not just going to walk in and say the magic word and he's going to be positive and make all these changes. Мы не можем просто так зайти и сказать позитивные фразы и все, и солдат сразу станет оптимистом. But this is not the end of his life. Но это не конец его жизни. And he needs to understand. И он должен понимать это. This has happened. Такое бывает, вот что случилось. This traumatic event has taken place. Да, действительно случилось такое травматическое событие. Now, is he willing to just die? Готов ли он просто умереть? That's a choice. Это выбор. You need to understand that, yes, you can recover from what has happened. How do I know he can recover? Ему нужно понимать, что он может выздороветь. How do I know that he can recover? Как нам знать, как нам определить, что он действительно может выздороветь? Because that soldier last week recovered. Потому что вот тот солдат на прошлой неделе он выздоровел. These other soldiers that I know, they recovered. И здесь другие солдаты с такой же проблемой, с ПТСР, они тоже нормализовали свой образ жизни. People who have been in your same situation have gotten better. Люди, которые попали в ту же самую ситуацию, как и ты, им стало лучше. Some people who were in worse situations got better. А некоторым людям, которым судьба подготовила худшие обстоятельства, они тоже выздоровели. But some soldiers who were in a better situation threw their life away. Но многие солдаты, которые столкнулись с меньшими испытаниями, они закончили жизнь самоубийством. That tells me it's a choice. И опять же таки, это говорит о том, что это выбор, право выбора самого солдата. Now, there's three. I need to continue to learn what's wrong with me and what I need to do about it as a soldier. As a soldier, he needs to continue to learn how to live. Солдату необходимо все время учиться, как жить. You know, I've got two grown children, 35 and 30. У Чипа сейчас уже две взрослые дочки, 30-летняя, другая 35-летняя. And I have an 8-month-old son. И 8-месячный сын. I'm a far better dad than I was 30 and 35 years ago. Теперь он уже намного лучше папа, чем был 30 лет назад. I continue to learn. И он продолжает учиться. Okay. Life is all about learning. Вся жизнь заключается в том, чтобы учиться. So I need my soldier to learn. Поэтому солдату необходимо. Now, how do you learn? How do you gain wisdom?
Как же нам получить это обучение? Как получить, как стать мудрым? Как набраться этой мудрости? What? I keep picking up a pin that doesn't work. All right. Three ways to gain wisdom. Три способа, как нам получить, набраться этой мудрости. First is reflection. Первое – это отражение. That means looking and thinking about what I've gone through, what I have experienced. То есть суметь увидеть все то, что я преодолел в жизни. Right. Second way to learn wisdom is by imitation. Имитация, второй. You see how somebody else acts? If I act the same way, I might get a different experience. Если же увидеть, как другой солдат, другой человек с такой же проблемой справился, то можно сымитировать его образ действий. You remember I showed you, we made a list of characteristics that we wanted God or our higher power to have? Помните, мы рассматривали те характеристики, которые необходимо иметь в высшей силе. And I asked my patient to pretend. И мы обратились к пациенту и попросили его притвориться, да, сделать вид, что все на самом деле так и происходит. I want my soldier to do that. Такой совет нужно дать и солдату. Just try. Хотя бы попробовать. Just try to act as though you can get better, just like this person got. Хотя бы попытайся, попытайся действовать так, как другой человек, который прошел, преодолел эту проблему. Now he has a choice. У этого солдата есть выбор. He can die. Он может умереть. He can drink himself to death. Он может пить до смерти. He can feel sorry for himself for the rest of his Он life. Он может чувствовать жалость к самому себе до конца своих дней. Or he can try something different. Либо же попробовать что-то другое. Try it the way this person did it. Попробовать осуществить действия, которые выполнил другой человек. When you were growing up, did you have a role model? А когда у вас it's like a game image role. Когда вы в детстве у вас была ролевая модель? Who will be my role model now that my role model is gone? Okay. All right. You have somebody that you looked up to that you thought I can be like that. У вас наверняка должен был быть такой человек, который вам выполнял ролевую модель. Maybe that's what we need to show our soldiers. Возможно, это то, что нам нужно дать показать нашим солдатам. You lost an arm. I know somebody who lost their legs. Вы потеряли руку. Я знаю человека, который потерял ногу. You've had this problem. I know somebody who had a worse. У вас такая проблема. Я видел, знал таких людей с более худшими проблемами. Because then it becomes a personal choice. Потому как здесь речь идет уже о личном выборе. Based on your personality. Этот выбор основывается на личности человека. Not what's going on outside. Не на том, что происходит извне. Now it's based on what's going on inside your head. Теперь это основывается на том, что происходит у тебя в голове. All right. Now the last way is through experience. The last way to gain wisdom is through experience. И самый последний способ получить эту набраться этой мудрости это с помощью опыта. And that's the most bitter way. Это самый такой горький и сложный способ. Набраться мудрости. It's far easier for, it's far less painful for me to learn from your experience. Менее болезненно учиться на ошибках других людей. But we don't learn that way. Но обычно мы так не учимся на чужих ошибках. We learn from our own experience. Мы учимся на своем собственном опыте, на своих собственных ошибках. A more painful lesson. Более болезненном уроке. But one we don't forget. Этот урок мы наверняка не забудем. Now, life gives you the test, and then it teaches you the lesson. Жизнь преподносит нам уроки, а затем учит, как с ними справляться. That's true for all of us. Такая правда у каждого из нас. Certainly true for our soldier. И такая же правда у солдата. Now, are soldiers been injured psychologically, if not physically, also? Если же у солдата нет физических повреждений, у него есть психологическая травма. What's the most important thing to him? Что для него является самым важным? Yeah.
His mental and his physical health has become very important. Его психическое и физическое состояние, здоровье. We need that not only to stay very important, we need that to improve. Нам нужно это состояние не только чтобы оно присутствовало всегда с нами, для того чтобы мы могли расти. Drinking ain't gonna help. Алкоголь здесь не поможет. It may help you not think about your problem, but it doesn't solve the problem. Это может помочь тебе не думать о твоей проблеме, но это не мешает твоей проблеме. Now, well, I work with a lot of alcoholics, and so I hear a lot of excuses why they drink. Чип работает с многими алкоголиками, поэтому часто слышат какие разные оправдания, почему они выпивают. I was told that if I continued to drink, my wife would divorce me. Чип получил такую информацию: если он будет продолжать пить, то его супруга разведется с ним. And I said, if I don't drink, I'm gonna shoot her. Чип ответил: если я не буду пить, я ее могу застрелить. Критический момент. And actually, I shot at her later, but I didn't want to shoot her. I shot at her. Ну, был у него случай, когда он таки выстрелил, но пуля не попала. I wanted her to leave me alone. Это была пустая, да, пустую выстрелил, просто напугать ее. That was 1985. I haven't seen her since. Это был 1985. 1985. 1985. Он ее с тех пор не видел, эту женщину. So. Исчезла. Yeah. Да, она живая. I assume. Чип кажется. I don't advocate shooting at people, but in that particular case, it worked. Он не приветствует расстрелы или обстрел людей, но в этот критический момент это оказалось весьма таки соответствующим. No, but that's beside it. Но это не относится к теме. I was told that if I did not quit drinking, I would lose my job. Типа сказали, если он не бросит выпивку, он может потерять работу. I said, I can't go to work unless I have three or four beers. Чип сказал, что я не могу ходить на работу и работать, если я не выпью. I was told, if I continue to drink, I will die. Ему также сказали, если ты будешь продолжать употреблять, ты можешь умереть. I said, I will shoot myself if I don't drink. На что Чип ответил, я просто выстрелю себя, если я не продолжу употреблять. All of the reasons they were giving me not to drink were the reasons that I did drink. Все те причины, которые они называли причиной не употреблять, Чип наоборот превращал их в причины, для чего ему нужна выпивка. I didn't understand what the problem was. Он не мог понять, в чем проблема. Now, your soldier's depressed, right? Ваши солдаты в депрессии, правильно? And he drinks because he's depressed. И некоторые из них пьют из-за того, что они в депрессии. Now, there's several categories of drugs. Есть несколько категорий классификации наркотических веществ. Alcohol is a drug. Алкоголь, он классифицируется как наркотик. There are stimulants. Есть стимулирующие вещества. That increase activity in the nervous system. Которые увеличивают активность нервной системы. There are sedatives and painkillers. Есть седативные препараты и болеутоляющие. That do obviously reduce pain and calm you down. Которые, соответственно, выполняют свои прямые функции. But there's a depressant. There's also depressants. Есть депрессанты. Things that slow down the central nervous system. Препараты, которые замедляют процессы центральной нервной системы. Alcohol is a depressant. Алкоголь является депрессантом. So if I'm treating my depression with a depressant, it's only going to get worse. Если же мы будем лечить нашу депрессию депрессантом тем же самым, то все станет хуже. So my solution to what was wrong with me was making my problems worse. То есть получается его решение проблемы, оно привело к появлению новых проблем и к усугублению его состояния. Okay. Now, does everybody in this room have everything they want? У всех здесь присутствующих людей есть все, что вам необходимо. Все, что вы хотели бы. Are you happy? Вы счастливы? Да. Счастливые люди? Не стали. Not completely. But you don't have everything you want. Но у вас же нет всего абсолютно, чего вы хотели бы. Значит, есть.
будет. It means that it will be in the future. Maybe. Возможно, будет. Can you be happy even if you don't get what you want? А вы можете быть счастливыми, даже если у вас нет того, чего бы вам хотелось? Why? Почему? Почему? Причина счастья не в чем-то. The reason of happiness not in financial or material stuff. It's a feeling inside yourself. A feeling of what? How would you describe it? Ощущение чего? Как бы вы описали это ощущение? Эмоциональное состояние. Emotional state. No, I understand emotional state, but there's another word I'm looking for. Есть еще какая-то фраза, какое-то специфическое слово, которое он ожидает от вас. Опишите это. The process of life by itself is good enough. Okay, that sounds like gratitude. Получается, это благодарность. Есть ли ощущение благодарности здесь? Да, просто с этим ждать.